В Харькове прокуратура огласила первые результаты расследования обстоятельств пожара на ювелирной фабрике и назвала главного подозреваемого. Это директор Харьковской ювелирной фабрики. Следователи не обнаружили в помещении пожарной сигнализации, а это грубое нарушение правил охраны труда. Впрочем, допросить подозреваемого пока не удалось. Вот уже 3 дня он скрывается. Кроме директора фабрики, под подозрением представители контролирующих органов, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности. Предварительная информация о том, что погиб сотрудники распивали на рабочем месте спиртные напитки, не подтвердилось. В их крови алкоголя не нашли. Что же стало причиной пожара, пока не ясно. Следователи ждут результатов технической экспертизы. В этом помещении были приборы, которые снабжены газовыми горелками и бензиновыми горелками. Поэтому вот на данный момент мы и выясняем, если был взрыв, то эти предметы должны оказаться на месте, они разорваны будут. На сегодняшний момент конкретизировать сам механизм, процесс, как все распространялось, мы еще не можем. Напомню, пожар на Харьковской ювелирной фабрике, которая арендует помещение завода «Хартрон», вспыхнул в минувшую среду. Погибли 8 человек. Еще 7 с ожогами и травмами оказались в больнице. 22 сотрудника фабрики были эвакуированы спасателями из горящего помещения.